Наше видео. Стой, 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 стой. Мы сейчас снимаем новую песню снимаем, которая полностью импровизаторская. Она никак не влияет, является, это тебе говорю. Но на вас никак не повлияет. Да, мы снимаем песню, которую вот мы сейчас, реально вот сейчас будем придумывать на ходу. Поэтому это никак не связано с тем, что мы делали до того, как начали снимать. А что мы делали до этого, вас не касается. Поехали. А, нет, так. Стоп. Мы песню новую сочиняем, Миша, а не ту, которая. Да, конечно, так. Поехали. Мальчик на травке лежит. В зеленых рубашках. Улыбается сочным пятаком. Он на небо глядя. Кости грызет собака. Нету собаки рядом, только травка под ногами. Я могу немного телефоном вращать, вот так все скажут, да, что да, я да, дебил. Да, да. Такой взрослый, мне 40 лет, а я валяюсь на траве. Тебе ли правда 40 лет, скажи мне? Да, правда 40 лет, какой ракурс классный с пальмами здесь. Офигенно! Я вижу себя. Ты себя видишь, я тоже вижу. А то, а давай смотрит, по пальцам, не видит себя. Прикольно, кстати, вот так вращать. Телефоном там над нами птицы высоко летят. Не так вижу ни одной офицы. Эту хрень вряд ли кто-то сможет посмотреть, до конца нажмет. Он на стоп и будет прав. А не нажмем, обманем зритель. Он думает. А сейчас, на самом деле, друзья, я хотел сказать очень важную вещь, на самом деле. Кто до сюда досмотрел, вы молодцы, реально, потому что вот здесь мы скажем что-то реально полезное. Поехали. Это все классная песня, дебильная такая. Мы понадеялись, дурачки. Мы хотели это и сказать. Стоп. А сейчас вот стоп. Стой. Нет, остановись. А я не могу попасть. Да я попробую.